соревнованиях, приуроченных ко Дню знаний, приняли участие около сотни сочинских атлетов. Это воспитанники всех городских спортшкол. Турнир стартовал со спринтерских забегов на 60 и 100 метров. Также в программе были заявлены прыжки в высоту и длину, смешанная эстафета и бег на 800 метров. Лучших определяли сразу в нескольких возрастных категориях. Этот турнир дал старт новому соревновательному сезону. Также посредством этих соревнований, которые именно в это время проводятся уже много лет подряд, тренеры смотрят, как меняются показатели спортсменов после летних каникул. Посмотреть, как бы, меру подготовленности тех детей, которые уже тренируются, и набрать новых детей, ознакомить родителей и детей с этим видом спорта. Также по итогам этих соревнований будет сформирована сборная города для участия в краевых и всероссийских турнирах. Ближайшее первенство Краснодарского края по легкой атлетике. Соревнования пройдут в первых числах октября в столице региона.